Всем привет, друзья! Вы часто готовите спагетти с тефтелями? Надоело. Давайте что-нибудь новенькое придумаем. Предлагаю вам сделать сегодня волшебный итальянский ужин. Это будут тефтели с соусом песто, покрытые сыром моцарелла, на гарнир спагетти и все зальем томатным соусом, в котором томились наши тефтели. Давайте попробуем. Возьмем 600 грамм отличного фарша из телятины и добавим туда соуса песто, прям с горкой, ложки 4-5. Чайные ложки. 3, 4, 5. Вымешиваем наш фарш и сюда немножечко посолим. Будьте аккуратны, солите, пробуйте, потому что сам соус покупной, и он уже может быть с солью. Запах от соуса идет обалденный. Вымешиваем хорошо фаршик. И сейчас давайте разогреем сразу сковородку, чтобы она у нас уже была горячей, когда мы будем отправлять туда тефтельки. Добавляем прям немножечко оливкового масла. Огонь делаем средний или даже чуть выше среднего. И скатываем тефтельки. Тефтельки должны быть прям маленькие, чтобы они у нас с вами хорошо обжарились. Вот так вот скатываем. Такие тефтельки. Отправляем в сковородку. Смотрите, чтобы у вас хорошо лепились тефтельки, перед каждым шариком смачивайте ладошки, и у вас фарш не будет прилипать к ладоням. Старайтесь делать тефтельки одинакового размера, тогда они у вас одновременно прожарятся. Пора перевернуть наши тефтельки. Немножко они подрумянились. Аккуратненько, чтобы они не развалились, переворачиваем. Все запахи Италии собрались у нас на кухне. И оливковое масло, и базилик в соусе песто. Обалдеть. Слюнки текут. Тефтельки перевернули. И у нас уже с вами должна скоро закипеть водичка для спагетти. Сейчас посолим. Самое время закинуть наши спагетти. Мы их будем варить целиком. У нас же сегодня итальянское блюдо. Они сейчас станут мягкие, и мы их в кастрюльку утопим. Спагетти делают из твердых сортов пшеницы, поэтому не вижу смысла в воду добавлять масло, как многие советуют. Они и так не слипаются. Главное их ложечкой разровнять, когда они в воду все окунулись. И все будет отлично. Наши тефтельки подрумянились с двух сторон уже. Вот мы смотрим. И пора их заливать томатным соком. Огонь убавляем немножко. Теперь надо добавить моцареллу. Моцарелла у нас идет в сыворотке. И для вкуса я сыворотку тоже вливаю в сковородку. Будет обалденный соус. И мясо в тефтелях впитает в себя и томатный сок, и сыворотку с сыра. Это будет очень вкусно. Так. Немножко польем тефтельки сверху. Тем самым размешаем. Берем моцареллу и нарезаем на небольшие кусочки. Они должны быть с размером с тефтельку. Если большой кусок, то можно ее разрезать вот так пополам. И берем, накладываем их на тефтели сверху. В
И накрываем крышкой, чтобы моцарелла у нас расплавилась и обволокла тефтельку. Смотрите, буквально 1,5 минуты, и моцарелла расплавилась на тефтельке. И можно выключать плиту. Она дойдет еще немножечко, и будем сервировать стол. Наши спагетти готовы. И теперь тефтельки. Вы посмотрите, под крышкой, без огня, они дошли уже. И сыр расплавился. Вот какая красота. Так. И, конечно же, соус. Пожалуй, положу еще одну. Ребята, наш ужин готов. Обалденные тефтельки с соусом песто, с сыром моцарелла, а на гарнир спагетти. Приятного аппетита!